А сегодня я увидел вот это, сука, и меня это разозлило, да, сука, да. Значит, какой-то, сука, школьник, да, какой-то школьник в интернет-пространстве, значит, издевается над моим лицом. Вот, пожалуйста, сука, зашел я ВКонтакт, вот, меня скинули, сука, Джейсон против громадной акулы, сука, и мое лицо нацепили, смотри, вот, здесь мое лицо, админ данного паблика, вот, значит, издевается, значит, как хочет, да, сука, нацепил мое красивое лицо, значит, ну, оскорбил. Привет, зайка, мур-мур-мур. Спасибо, админ данного паблика, тебе бан. Также я хочу, сука, обратить внимание, да, сука, то есть вот этих людей, которые максимальным образом, да, пытаются меня как-то оскорбить в интернет-пространстве, вот, значит, пожалуйста, смотри, да. Вот вчера смотрели передачу, да, сука, ночью на vast.tv, значит, ну, мне понравилась одна забияка, девочка, ничего такая, сисямба, нормально, согласись, Маслач, красивая девочка, да, сука, мне очень понравилась она, ну, сука, школьники это все перекрутили, переиграли, да, сделали таким образом, чтобы мне это не нравилось, то есть ебальник пениса нацепили на девочку, которая мне понравилась, вот. Поэтому данный человечек с аватаркой аниме получает бан. Потому что есть такое интересное словосочетание в нашем современном мире, да, сука? Называется оно так. Значит, аниме на Ави, мать в канаве. Есть такое красивое словосочетание, да? Вот. Также еще нашел такую, сука, фотолупину сегодня в группе, смотря, да. И тут вдруг Валера неожиданно для всех психанул, пока копил на новый лесопед, ебать. Ну, здесь уже карикатура, да, полная, полномасштабная. То есть, якобы я совсем ебнулся и создал себе вот этот бандербобби, да. Здесь тоже, сука, полное неуважение проявляет. Вот, сделал, ну, футболка хорошая, хорошая, правильная. Вот, а лицо мне не нравится. А что тут лицо у меня лысое? Ну, дед, ну, хай, родненький. Вот, пожалуйста, значит, вот такая еще карикатура сегодня была замечена в паблике у меня ВКонтакте. Дед хай. Умер Владимир Вольфович Жириновский. Я знаю. Давай почтим его память и посмотрим видеоанекдот. Помнишь, Жириновский смел отца. Хотя бы раз 100 посмотрим его смех. Чтобы еще 100 лет помнили. Я, значит, ну, я уже об этом сказал, да, в телекарточке сегодня, эту новость, вот, очень я, ну, как бы, у меня очень грустно. Владимир Жириновский самый крутой был политик, самый мощный, да, а мне очень нравится Владимир Жириновский, очень жалко, что мы потеряли такого воина, мужчину настоящего, правильного мужчину, который всегда говорил правильные вещи. А вот. Поэтому почтим память великого человека, значит, Владимира Жириновского. Пожалуйста, встаем. Встали. Встаем. Все, садитесь, спасибо. Садитесь, ребята, садитесь. Пойдем, я покажу тебе комнату. Ну, здесь нормально. Вот этот фотоэлемент мне понравился. Здесь по факту мне все понравилось. Вот, потому что здесь правильные вещи, ну, на этом фото. То есть действительно правильные. Так как на этой фото я реально могу показать райское место. Это гараж, да. Для любого уважающегося мужчины, значит, гараж – это священный оракул, скажем так, да? То есть, если у тебя есть женщина, у мужчины, да? А вот, ну, у любого мужчины есть женщина. Женщина – это не проблема для каждого мужчины, да? Потому что найти женщину – то же самое, что купить бутылку пива в Пятерочке. Это несложно, может каждый.
А вот, и поэтому, а вот у тебя женщина ходит там на улице, раз ходит там, а вот, и все, ты закрылся в гараже, закрылся гараж, все, это твой рай, и все, и никакая женщина не вправе нарушить твой покой, когда ты находишься в этом священном здании, как гараж.